В этом видео хочу вам показать, как я вяжу вот такие самые стандартные базовые митинги. Что тут интересного, то что здесь выполнен подгиб. Я считаю, что для варежек и перчаток такое оформление края очень удобно, потому что резинка порой растягивается. Если край не обработан, он может загибаться. А вот такой край, он достаточно стабилен, не растягивается и в то же время создает хорошее уплотнение на запястье. Сами митинги связаны гладью, выполнена лишь резинка в районе пальчиков, ну и в районе большого пальца. Клин здесь предусмотрен. Посмотрите, как он аккуратно смотрится, на ладошке его незаметно, да и с этой стороны не особенно-то этот клин заметен. Вы видите, что на мне эти митинги не особенно плотно сидят, но тут уж на любителя, кто-то любит именно более плотные митинги по руке. Я тоже люблю плотные по руке, но связала специально чуть больше, чем моя ладонь, поскольку моя рука слишком маленькая. И если бы я снимала мастер-класс именно на митинге для себя, то мало кому он бы пригодился. Тем не менее, размер митинок очень легко регулируется. Здесь я вам расскажу основную логику вязания. А думаю, что уменьшить там на 2, на 4 петли или увеличить на 2-4 петли сможет каждый. А по сути, при таком вроде бы небольшом увеличении или уменьшении количества петель, размер митинки поменяется и, соответственно, может подойти на разные руки. Вы же, в свою очередь, также можете вписать узор, например, на основную часть митинги. Я думаю, что если вам будет понятна база, поиграть с этой базой вы сможете. Эти митинги связаны на размер примерно 7 или 7,5, на обхват руки примерно 18 или 17 сантиметров. И несмотря на то, что ширина митинок у меня 8 сантиметров, как я уже сказала, что такие митинги подойдут для руки большего размера, чем моя, если вы хотите, чтобы было больше облегания митинги, чем у меня сейчас вы видите. Ну и давайте сразу скажу про другие габаритные размеры митинги. Длина всей митинги у меня она 16 сантиметров, подгиб около 4 сантиметров, около 4 сантиметров резиночка, но и подгиб, и длину резинки вы можете регулировать. На пальчике резиночка чуть меньше, она примерно 3,5 сантиметра. Кстати, ширина пальца, ну, учитывайте, что это резинка, 3 сантиметра. Для митинок, варежек, перчаток я люблю использовать носочные виды пряжи, поскольку помимо шерсти в такой пряже содержится полиамид, который увеличивает износостойкость таких изделий. Для митинок я использовала пряжу Alize Wool Time, она как раз считается носочной, в 100 граммах 200 метров, она достаточно толстенькая, и 75% шерсть, 25% полиамид, то есть изделие получается достаточно теплым и износостойким. Эти митинки весят 60 граммов, то есть даже если вы будете увеличивать размер митинок, может быть, будете увеличивать длину, или даже решите связать варежки, что тоже, кстати, возможно, то я думаю, что 100-граммового моточка вам точно хватит. Помимо пряжи потребуется два размера спиц. Я буду вязать основную часть полотна на спицах номер 3 и подгиб и резинку у этих митинок я буду вязать на спицах 2,25, то есть значительно меньше, чем основное полотно. Также вы можете использовать спицы, например, 2,5, если не хотите, чтобы резинка так сильно стягивала полотно в районе пальчиков. Все спицы я подобрала на леске, то есть буду вязать методом Magic Loop. Я вяжу такие изделия по одному, в данном случае у меня леска 80 сантиметров. Мне кажется, для подобного метода вязания это самая удобная длина лески. Вы, конечно же, можете вязать сразу две митинки, тогда, я думаю, леску лучше брать примерно 100 сантиметров. Также нам понадобятся чулочные спицы, не принципиально какой длины и какой толщины эти спицы, главное, чтобы они были примерно такие же, какими мы с вами будем вязать подгиб
митинги. У меня это спицы 2.25. Спицы я возьму номер 2, но мне в целом они будут устраивать. Помимо пряжи и спиц нам потребуется крючок, дополнительная нить. Я использую обычно хлопковую нить или хлопок и вискоза. Такие нити, у которых нет сильного ворса, чтобы вот эта нить дополнительная не путалась с ворсом основной пряжи. Также нам понадобятся ножницы, трикотажная игла, она может быть металлическая, пластиковая, хоть какая, ну и, конечно же, маркеры. Лучше, чтобы маркеры были разные, чтобы они отличались. И это все основные материалы и инструменты, которые потребуются для вязания этого изделия. Начинаем работу с формирования подгиба. Для этого нам нужно набрать петли таким методом, чтобы у нас эти петли остались открытыми. То есть я буду использовать дополнительную нить и крючок. Обратите внимание, что такой метод подойдет не только для митинок, но и варежки вы тоже можете связать с таким краем, можете использовать его и для других своих изделий. Итак, я буду использовать дополнительную нить, у меня это вискоза с хлопком, спицы 2.25 самого маленького размера из тех, что я подобрала, и крючок. Основная нить нам пока не понадобится. Урок по тому, как я набираю петли дополнительной нитью, у меня есть на канале, но я покажу вам снова. Удобство этого метода в том, что петли сразу формируются на спице. Начинаем с того, что создаем воздушную петлю на крючке. Но эта воздушная петля формирует такой узелок на крючке и одновременно петельку, которая нам поможет формировать петли на спицах. Теперь берем спицы и оборачиваем нить так, что она будет за спицей. Подхватываем нить крючком, формируя на спице петлю. Снова оборачиваем нитью спицу, нить зацепляем крючком, и мы сформировали вторую петлю. Снова обернули нитью спицу, подхватили крючком, третья петля. И так мы должны создать 46 петель. Я буду вязать митинки на 46 петлях, но это количество петель вы можете регулировать под себя. Вот таким образом у меня набираются петли на спице. Я набрала 45 петель, и 46-ю я просто снимаю с крючка, накинула ее на спицу, и нить уже можно отрезать. Нам дополнительная нить пока больше не понадобится. Теперь нам нужна основная пряжа, и далее продолжаем вязать именно ей. У меня набрано 46 петель, то есть на каждую часть митинки будет по 23 петельки. Поэтому я сейчас сразу провязываю 23 петли просто лицевыми. И сразу формирую петлю, чтобы мне было удобнее вязать. Я вытянула спицу, сформировала петлю, и оставшиеся 23 петли снова провязываю лицевыми петельками. Так у меня сформировались еще 23 петли на спице. Теперь я перемещаю петли, чтобы и та, и другая половинка петель находилась на спицах, на одной и на второй. Обратите внимание, чтобы ничего не перекручивалось. Здесь у нас есть косичка из воздушных петель, дополнительной нитью, которую мы набирали. Эта косичка должна вся смотреть вниз. Вот так сейчас петли распределены. Дальняя спица – это та, от которой у нас отходит основная нить. Ее мы вытягиваем. Я помещаю основную нить на указательный палец левой руки. И с первой петли начинаю вязать. Обратите внимание, что здесь можно повесить маркер начала ряда, чтобы мы
могли отсчитать количество рядов. Это для нас важно, чтобы вторая митинг у нас вязалась симметрично. Но я вешать буду не перед первой петлей, а после первой петли этот маркер, для того, чтобы маркер этот не сваливался, когда я буду перетягивать спицы. Но здесь мы видим, что маркер висит после первой петли, и именно с этой петли начинается ряд. И таким образом я вяжу лицевыми петлями. Мы с вами вяжем полотно подгиба. Чем больше рядов вы свяжете, тем толще будет подгиб. Я буду вязать 32 ряда. Это у меня первый ряд, прошлый ряд я не считаю. И если мы свяжем 32 ряда, то подгиб выглядит вот таким образом. Вы смотрите на свой вкус, нравится вам такая толщина или нет. Вы можете регулировать толщину подгиба количеством рядов. Первый ряд у меня связан. Я снова переворачиваю вязание. Перетягиваю спицы. Как вы видите, вот мой маркер, который говорит о том, что у меня начинается новый ряд. И я вяжу второй ряд подгиба лицевыми петлями. Это второй. После этого ряда я еще свяжу 30 рядов. Я связала 32 ряда лицевой гладью по кругу. Вот так выглядит мое полотно. И теперь нам нужно соединить вот этот край полотна вот с этим краем полотна. Для этого я выверну эту трубу наружу и перенесу половину петель на чулочную спицу. У меня здесь узелок. Это то место, где мы закончили набирать петельки. Я его распутываю. Первую петлю переснимаю на чулочную спицу и аккуратно, распутывая, вот так две петельки я сняла эту нить. Третью подцепляю, и теперь я просто тяну эту нить, и она у меня легко высвобождает петли, которые мы переносим на чулочную спицу. Переносим 32 петли, ну или половину количества вашего полотна, если у вас отличное от моего количество петель. Я перенесла 23 петельки, и вот эту петлю можно пока вытянуть, чтобы она у нас не распустилась и не дала распуститься следующим петелькам. Вот так выглядят мои 23 петли на чулочной спице. Я помещаю петли на край спицы и делаю подгиб. Вот так он у меня выглядит. Спицу, которой я вязала полотно, также перетягиваю таким образом, чтобы петли оказались на краю спицы. И вот посмотрите, у нас сейчас две спицы, на каждой из которых петли. Мы должны провязывать две петли вместе лицевой с ближней спицы и дальней спицы. Я подхватываю сначала одну петлю, потом вторую, провязываю вместе лицевой. Здесь у меня маркер, его пока можно убрать. Снова подхватываю первую, вторую петлю, провязываю лицевой. Первую, вторую петлю провязываю лицевой. Так вяжем до тех пор, пока на чулочной спице не закончится
петли. То есть всего сейчас мы должны провязать и оставить на спице, на вот этой рабочей, 23 петельки. Вот так выглядит первая половина петель, на которой мы уже оформили подгиб. И у нас осталась вторая половина петель. С ней мы поступаем ровно так же. Переносим петли с дополнительной нити на спицу чулочную. У нас должно здесь остаться 23 петельки. Так, по одной аккуратно, захватывая все волокна, чтобы потом было удобнее провязывать эти петли вместе с первыми петельками. Я пересняла все 23 петельки, переношу петли на край спицы. Эта дополнительная нить вспомогательная нам уже не нужна. И перетягиваю основную спицу таким образом, чтобы у меня петли на краю этой спицы оказались. Чулочная спица у нас дальняя, основная спица ближе к нам. Дальнюю основную спицу перетягиваю так, чтобы нам было удобно вязать. И снова захватываю петлю с передней спицы, с дальней спицы аккуратно и провязываю лицевой. Снова с передней, с дальней провязываю лицевой. Первые петельки достаточно сложно идут, потому что здесь у нас изгиб лески и петли как бы растягиваются, но дальше уже будет проще. Вот следующие петельки уже будут проще. Продолжаем вязать, пока у нас не закончатся петельки. На этой половине нитинки тоже должно быть 23 петли. У меня остались последние петли. Я их также провязываю. Все. Чулочная спица нам больше не нужна. Подгиб готов. Выглядит сейчас вот он так. С изнанки все тоже очень аккуратно. Этот кончик потом можно будет легко спрятать подгиб, он абсолютно будет не виден. И далее мы продолжаем вязать уже спицами основного размера. У меня это спицы номер 3. И нужно связать 2 ряда лицевыми петлями по кругу. Смотрите, если вы хотите, чтобы манжет был подлиннее, то можно связать побольше рядов. Я вяжу 2, потому что клин все равно заходит немного на запястье. И потом идет уже расширение полотна. Там, где у нас происходит расширение запястья. Мне кажется, что большое количество рядов вязать здесь не нужно, поэтому я вяжу всего лишь 2 ряда. Перехожу на спицы номер 3, соответственно, следующий ряд я вяжу спицами номер 3, также вешаю маркер начала ряда после первой петельки и продолжаю вязать лицевыми петлями. Всего на спицах у меня 46 петель, вяжу их лицевыми 2 ряда. 2 лицевых ряда я провязала. Со следующего ряда мы с вами будем вывязывать клин большого пальца. Давайте решим, что я буду вязать митинку для левой руки. Если мы посмотрим на руку, то можно обратить внимание, что большой палец у нас как бы немножко заходит на ладошку. Соответственно, пальчик лучше сместить ближе к ладошке. Поэтому
клин подъема я буду формировать за 2 петли до края полотна, который у меня будет на ладошке. Я беру маркер, специально беру маркер другого цвета, чтобы не спутать его с началом ряда. Вот отсюда у меня будет начинаться пальчик. И с учетом того, что при вывязывании пальца мы будем брать 4 петельки от основного полотна, и это нужно учитывать, я помещаю второй маркер за 4 петли от того маркера, который я уже установила. То есть эти петельки у нас уйдут на петли для вывязывания большого пальца, но потом мы эти петли доберем с вами. Всего на палец я буду должна использовать 20 петель. Опять же, вы смотрите по себе, можно больше, можно меньше, относительно того, любите ли вы, чтобы ваш пальчик был обтянут или более свободное полотно вам нужно. Соответственно, здесь у нас уже 4 петли есть, 4 петли мы доберем, это 8 петель, и нам нужно добрать еще 12 петель, добавить еще 12 петель вот в эту зону петель для большого пальца. Получается, что между маркерами у нас должно быть с вами 16 петелек. Добавлять петли мы будем около вот этого крайнего маркера, если мы говорим про митинку для левой руки. Для правой руки у вас будет все то же самое, только вы также маркером отметите правую часть полотна, где будете формировать пальчик для правой руки. Итак, мы с вами прибавки будем делать около вот этого маркера. Этот маркер нам нужен только для того, чтобы понимать, сколько сейчас петель для пальчика мы набрали. И с этого ряда мы уже будем делать прибавки для пальца. Автоматически у нас будет формироваться клин большого пальца. Итак, мы вяжем лицевыми до того маркера, где у нас будут формироваться прибавки. Маркер, который нам показывает границу петель для большого пальца. И вот у нас еще один маркер. Сейчас мы будем делать прибавки из протяжек. Я протяжку помещаю на спицу так, что левая часть этой петли новой на спице, правая часть петли под спицей. И хватая за левую часть петли, провязываю лицевую петлю. Таким образом у меня сформировалась перекрещенная лицевая петля, добавилась петелька, но при этом у нас не будет никакой дырочки. Теперь между маркерами уже не 4 петли, а 5. Другую часть митинки я вяжу лицевыми петлями. Здесь у меня по-прежнему 23 петли, и это количество не будет меняться на протяжении всего вязания митинки. Этот ряд я провязала, и следующий ряд мы вяжем без прибавок. То есть мы с вами будем чередовать ряд с прибавкой и ряд без прибавки. Ряд, в котором я прибавку петель не делала, я довязываю. У меня новый ряд, в котором я буду делать прибавку снова у того маркера, который находится за 2 петли от края полотна ладошки. Пока вяжу лицевыми петлями первый маркер, 5 петель провязываю лицевыми. Протяжку подхватываю, таким образом ее помещаю на подающую спицу, что левая часть петли на спице, правая часть петли под спицей, и за левую верхнюю часть петли хватаю, провязываю лицевой, и теперь между маркерами у меня уже 6 петель. Оставшуюся часть этого ряда вяжу лицевыми.
Следующий ряд у меня без прибавки. Весь ряд я вяжу лицевыми петлями. Между маркерами 6 петель, которые я просто провязываю лицевой петлей. Маркер, 2 петли. И с другой стороны у меня еще 23 петли, которые я должна провязать лицевыми. Таким образом я провязываю до тех пор, пока между маркерами у меня не будет 16 петель. Посмотрите, как сейчас уже видно эту полосу клина. И мы продолжаем увеличивать количество петель между маркерами, провязывая через ряд прибавки из протяжек. У меня между маркерами уже 15 петель, и я вяжу последний ряд с прибавкой, для того чтобы у меня было 16 петель между маркерами. Начинаю просто с лицевых. Маркер. Здесь у меня 15 петель лицевых. Из перетяжки формирую дополнительную петлю, маркер, 2 петли лицевые. Оставшиеся 23 петли вяжу лицевыми. Это был последний ряд с прибавками. В следующем ряду мы должны вот эти 16 петель перенести на дополнительную нить. Пока я вяжу лицевыми до маркера. Так, у меня маркер, я его снимаю. И теперь вот эти 16 петель я переношу на дополнительную нить. Буду я это делать с помощью крючка. Вы делаете абсолютно любым удобным для вас методом, либо просто на другую леску перекидываете петли, либо, может быть, на булавку. Я провязываю петли крючком. Должна так перенести 16 петель. Последняя петля. Я здесь сделаю узелок, чтобы не распустились эти петли. Дополнительная нить не нужна. Маркер можно снять. И сейчас нам нужно добрать 4 петли, которые мы изначально выделили для пальца. Их как раз сейчас нам не хватает с этой стороны митинки. Я накидываю нить на палец. Обратите внимание, сейчас у меня нить от спицы идет справа от пальца и оборачивает его, и левая часть нити уходит вниз. Я ее держу оставшимися пальчиками. Хватаю спицей левую часть нити, веду к правой и оборачиваю как бы нить вокруг спицы, сформировала первую петлю. Вторую петлю также ныряю под левую часть нити, спицей веду к правой части нити, подныриваю, формирую вторую петлю, также третью и четвертую. У меня на спице 4 петли. Оставшиеся 2 петли с подающей спицы провязываю, и у меня со стороны ладони снова 23 петельки. Этот ряд я должна довязать до конца. Вяжу его лицевыми петлями. И далее мы снова вяжем по кругу лицевыми петлями. Я буду вязать 8 рядов. Начинаю считать с этого ряда. Очень рекомендую ряды считать, чтобы вторую митинку связать симметричной, с тем же самым количеством рядов, как и в первой митинке.
мы дошли до петель, которые добрали в прошлом ряду. Я хватаю за нижнюю часть петли или за правую часть петли и провязываю лицевой. Вторая петля, третья петля, четвертая петля, две петли на этой стороне и дальше продолжаю вязать по кругу. Вот сейчас, если я примерю митинку, она была связана с таким же количеством рядов, вот эти 8 рядов, у меня примерно получается, что граница между лицевой гладью и резинкой примерно на косточке, вот примерно здесь, на косточке от указательного пальца. Вы можете сами регулировать длину вот этих вот, вот этой части и количество рядов. Вы можете сделать больше, меньше, оставить больше места на гладь, меньше на резинку. Я сейчас точно так же буду вязать 8 рядов. Первый ряд я довяжу, и мне останется еще 7. Восемь рядов лицевой глади связаны. И дальше мы переходим на вязание резинки. Эту резинку я буду вязать в этот раз чуть более толстыми спицами, чем я вязала вот эти митинки. Я, по-моему, вам сказала, что я резинку вязала теми же самыми спицами, что и подгиб. Сейчас я беру спицы чуть-чуть потолще. Это у меня спицы 2,5. И далее я вяжу по кругу резинкой 1 на 1. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. И таким образом я вяжу по кругу весь ряд. Довязываю последние петли ряда. Спицы номер 3, которыми я вязала основное полотно, мне уже не нужны. Далее я буду продолжать вязать спицами 2,5. И со следующего ряда я буду вязать лицевые петли скрещенными. Чтобы вязать скрещенные лицевые петли, мы хватаем, если вы вяжете классическими петлями, не переднюю сторону петли, это правая сторона, которая у нас на спице, обычно я лицевые так вяжу, а левую часть петли, которая у меня в данный момент под спицей. Таким образом у меня петелька перекрещивается и получается резинка со скрещенными лицевыми петлями. Всего мне нужно связать 12 рядов такой резинки. Один ряд я уже связала, второй я сейчас вяжу, соответственно мне нужно связать еще 10 рядов. Вы для себя можете регулировать это количество рядов, можете сделать митинки длиннее, короче, в зависимости от размера вашей ладони, длины пальцев, ну или просто своего вкуса. Мои митинки будут выглядеть примерно так же, то есть резинка заканчивается примерно там, где начинается ноготь мизинца. 12 рядов резинки 1 на 1 провязано. И для того, чтобы сделать вот такой аккуратный, красивый и в то же время эластичный край, я буду закрывать петли иглой. Но для этого я должна провязать еще 2 ряда полой резинки. Полая резинка по кругу вяжется таким образом. В первом ряду лицевые петли я буду провязывать, в данном случае я буду провязывать петли обычным методом, не скрещенными. Изнаночная петля, снимается нить перед работой, лицевую провязала, изнаночную сняла, нить перед работой. Этот ряд я вяжу именно таким образом. Все лицевые я буду провязывать, все изнаночные я буду снимать. В следующем ряду наоборот, лицевые мы будем снимать, я снимаю лицевую петлю, нить за работой, а изнаночные провязывать, лицевую снимаю, изнаночную провязываю, лицевую снимаю, изнаночную провязываю и
так вяжем весь ряд. Последние петли ряда изнаночную провязали, лицевую сняли, изнаночную провязали. Все, теперь нам осталось закрыть петли. Для этого мне нужно отрезать нить. Сколько нитей отрезать? Я отрезаю обычно не менее чем тройная длина той части, которую нам нужно будет закрыть. То есть, ну, где-то, наверное, сантиметров 40 лучше бы оставить запасом. Отрезаю нить. И теперь мне потребуется трикотажная игла. Я буду использовать металлическую трикотажную иглу. Продеваю нить в ушко. И начинаем закрывать петли методом, имитирующим итальянский набор петель. И первая петля, которую я зацеплю иголочкой, это будет петля на дальней спице. Я помещаю иглу как бы изнутри наружу и цепляю следующую петлю, которая у меня на ближней спице, но следующую не лицевую, а следующую изнаночную. Я ее цепляю иглой за правую стенку и провожу нить. Следующая петля лицевая на передней спице. Я веду иглу снаружи внутрь. Уберу вот тут маркер, он нам не нужен. И цепляю следующую лицевую петлю, подцепляю изнутри иглой и веду иглу наружу. Теперь нам нужно соединить две изнаночные петли. Уже один раз иголочка побывала в этой изнаночной петле. Теперь я цепляю снаружи внутрь, веду иглу и цепляю петлю за левую стенку. Теперь можно эту петлю снять со спицы и еще одну изнаночную петлю я цепляю иглой за правую стенку, так чтобы игла у меня изнутри наружу вышла. Перехожу снова к лицевым петлям. Веду иглу к той петле, в которой у меня игла уже была. Завожу иглу снаружи внутрь. Соседнюю лицевую петлю также хватаю иглой за правую стенку, веду иглу изнутри наружу, провожу нить. Теперь мне надо соединить две изнаночных петли. Веду иглу в ту петлю, в которой игла уже была, захватываю левую стенку, снаружи внутрь веду иглу и зацепляю вторую изнаночную, соседнюю изнаночную петлю за правую стенку, изнутри наружу провожу иглу. Снова у меня должны соединиться две лицевые петли. Две изнаночные петли. Две лицевые петли. Две изнаночные петли. Две лицевые петли соединяем ближайшими стеночками. Две изнаночные петли. На этот метод закрытия у меня также есть отдельный урок.
если вы хотите именно его посмотреть отдельно от этого мастер-класса, ссылки все будут под видео. Две изнаночные петли. Сильно не затягивайте нить. Если мы сильно затянем, то край будет не эластичным. Нам всегда по очереди нужно соединять две лицевые петли и две изнаночные за соседние стенки. Причем в каждой петельке игла должна побывать по два раза. То есть в этой петле у меня уже игла была, соответственно, я еще раз продеваю иглу в эту петельку и подхватываю соседнюю стенку лицевой петли. Также на изнанке подхватываю петельку, в которой игла у меня уже была, и хватаю соседнюю петлю. На лице она выглядит как изнанка. Сейчас мы хватаем две лицевые петли. Итак, соединяем петельки по две, пока у нас все петли не закончатся. Вот так выглядит край. Последние петельки рядом. Соединяю две лицевые. Две изнаночные. Причем соединяю последнюю изнанку, ту, с которой мы начинали соединять петли. Теперь мне нужно соединить две соседних лицевых петли. Тем самым я завершаю ряд. Ну, здесь можно снова для закрепления еще снова пройтись иглой там, где начиналось закрытие. Все. Вот так выглядит наш краешек. Эластичный, красивый. И осталось связать только пальчик. Для вязания пальчика я буду использовать те же самые спицы, которыми вязала вот эту резинку, поскольку пальчик у нас также оформлен резинкой 1 на 1, в моем случае это скрещенная резинка. Я должна перекинуть сейчас на спицу те 16 петель, которые я сняла на дополнительную нить. Развязываю вот этот узелочек и аккуратно перекидываю все петли на спицу. Шестнадцать петель я пересняла, и теперь нужно добрать вот эти 4 петли из основной части полотна. Если мы просто поднимем эти петли, то у нас могут появиться дырочки вот в этих местах. Чтобы этих дырочек не появилось, из протяжек я предлагаю сделать дополнительные петли, которые мы убавим в следующем ряду. Вот из этой протяжки между петлей, которую мы сейчас перекинули на спицу, и петлей тела митинки, я подниму вот таким образом перетяжку. Так зацеплю ее на спице, что она как будто у нас скрещенная получается. То есть правая часть петли у нас будет на спице, левая под спицей. Вот эта петелька у нас образовалась. Теперь берем нить и поднимаем 4 петли. Скажем так, вот эта кромочная петля, она состоит из двух нитей. Мы хватаем обе эти нити спицей, вот так вот, подхватываем и через них проводим нить. Первую петлю подняли. Также спицей ныряем под кромочную, захватывая две нити.
и проводим через нее нить от мотка. Третью петлю поднимаем также и четвертую петлю снова поднимаем также. У нас сейчас 5 петель с учетом того, что одну мы подняли из протяжки. Еще одну петлю мы сейчас с вами сформируем из протяжки. Снова вот эту петельку, которая у нас между открытой петлей и петлей на телемитинге, мы поднимаем. Я ее буду сейчас цеплять на спицу как бы подающую. Таким образом, что левая часть петли на спице, правая под спицей. Хватаю за левую часть петли, провязываю ее лицевой и ставлю маркер начала ряда. Мы помним, что вот эту петельку и еще одну петельку из протяжки мы с вами будем провязывать вместе со следующей, но это будет уже в следующем ряду. Начинаем вязать резинкой 1 на 1. Ну, давайте начнем с изнаночной, раз уж прошлую мы провязали лицевой. Значит, изнаночная лицевая, изнаночная лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Так, у меня здесь я перетягиваю спицы. У нас должна быть изнаночная петля, и попалась вот эта петля из перетяжки. Для того, чтобы ее скрыть, мне нужно провязать ее вместе со следующей, и я провязываю ее изнаночной. Сейчас немножко вот эта петелька тянет, поскольку у меня там начинается нить новая, я ее просто потом подтяну. Итак, изнаночную мы связали, лицевая, изнаночная. И мы помним, что вот эту петлю мы провязали, но она из перетяжки, мы должны ее убавить. Чтобы это не было заметно, здесь лицевая петля, я вот эту сниму, первую петельку, вторую, которая из протяжки, провяжу лицевой и на нее накину снятую петлю. Я как бы связала две петли вместе с наклоном влево. Вот у нас получилось то количество петель, которое должно быть. Здесь у меня 20 петель. И со следующего ряда я вяжу резинкой 1 на 1, но лицевые петли я буду провязывать как скрещенные, чтобы у меня этот пальчик, резинка на пальце была такая же, как резинка на основной части митинок. Маркер начала ряда у нас есть. Мы с вами считаем 10 рядов резинки. Второй ряд у меня уже заканчивается. Я должна связать еще 8 рядов. 10 рядов резинки связано. Теперь так же, как и на основной части митинки, я буду вязать 2 ряда полой резинки. В первом ряду изнаночные петли я буду снимать нить перед работой. Маркер пока оставлю. Лицевую провязываю, изнаночную сняла нить перед работой, лицевую провязываю. Следующий ряд в полой резинке. В этом случае изнаночные я провязываю. Лицевую снимаю. Нить за работой. Изнаночную провязываю, лицевую снимаю. Нить за работой. Пальчик у меня связан, осталось только закрыть петли.
Закрывать будем также иглой. Я отрежу, ну, где-нибудь сантиметров 25-30 кончик. Беру трикотажную иглу. И так же, как и в основной части митинки, буду соединять по 2 петли вместе, начиная с дальней. В данном случае это у меня лицевая петля. Я хватаю левую часть петельки, продевая иглу как бы снаружи внутрь. Сейчас я сниму маркер, чтобы он не мешался. И иглой изнутри наружу подцепляю правую часть лицевой петли, соединяя 2 петельки. Теперь левую часть петельки изнанки соединяю с правой стороной петли, возвращаясь к лицевым петлям. Соединяю 2 соседние стеночки петли. Теперь 2 соседние стеночки изнаночных петель. Снова лицевых. Так закрываю весь ряд пальчика. Сначала изнаночные, потом лицевые. Снова изнаночные, снова лицевые. Митинка готова. Нужно лишь спрятать кончики, связать вторую митинку ей в пару, и у вас будет готовое изделие. Разница лишь в том, что на второй митинке у вас будет с другой стороны большой пальчик. Если мы смотрим на ладонь, то на второй митинке вам нужно будет отделить 2 петли справа и от этого маркера еще один маркер через 4 петли установить. Прибавки вы будете делать с правой стороны. То есть здесь мы делали с левой стороны ладони, здесь будет с правой стороны ладони. И обратите внимание, что когда мы делали прибавки из протяжек и перекрещивали петельку, у нас эта петелька как бы смотрела в правую сторону. При добавлении петель с правой стороны у вас перекрещенная петля должна будет смотреть как бы влево. Я думаю, что проблем с этим не возникнет. Вот обратите внимание, эти петельки как бы смотрят в другую сторону. Ну, это несложно сообразить, я думаю, будет, чтобы вот эти вот прибавки смотрели аккуратно. Я довязала и вторую митинку, пока они без стирки, еще нужно спрятать кончики, но самая основная работа сделана. Надеюсь, вам этот мастер-класс был понятен и полезен. Если свяжете подобные митинки, обязательно делитесь фотографиями в любой соцсети, где можно помещать фотографии, либо пишите мне личные сообщения. Я всегда очень рада подобным фотографиям и радуюсь, когда мои мастер-классы оказываются вам полезными. Я обязательно под видео вставлю плейлист с другими моими мастер-классами. Возможно, вам также будут интересные шапки и носки связать вместе со мной. Буду рада лайкам к этому видео, если видео вам понравилось. Ну и, конечно, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Возможно, в ближайшее время выйдут еще какие-то новые мастер-классы.